Привет, красотки! Добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня я нахожусь в фитнес-зале. Моя попа на заднем плане. А сегодня у нас будет с вами рассказ, в принципе, о проекте. Что за проект? А что вообще будет происходить? Кто вообще такие фитнес-адванс? Кто мой шикарный, потрясающий тренер? Все вы увидите далее, а я пошла заниматься. Дарья, привет. Пойдем, я тебе покажу наш тренажерный зал. А здесь у нас зона кардио. А здесь у нас дельтальный ряд. Я предлагаю тебе пройти в женскую раздевалку, переодеться, и я тебя буду ждать в зоне ресепшена. Даша, я тебя приветствую в нашем фитнес-пространстве. Я очень рад, что ты к нам обратилась, к нам доверилась. Вот. Мне очень важно собрать первичную информацию о тебе. Рост, вес, возраст, цель, заболевания, противопоказания, о которых ты знаешь, возможно. Возможно, ты о них еще даже не знаешь, поэтому нам в дальнейшем надо будет пройти медицинское обследование. Сегодняшнее занятие, оно будет ознакомительное. Мне очень важно узнать о тебе, о твоем физическом состоянии на сегодняшний день. Поэтому мы воспользуемся пульсометром. Очень важно следить за пульсовой зоной во время физических нагрузок. Также мы с тобой сделаем сегодня биоимпеданс тела и антропометрию. Это замеры. Ты готова? Готова. Начнем. Даша, мы начнем нашу разминку с эллипсом. Я сейчас тебе расскажу технику безопасности и начнем нашу тренировку. Тренажер механический, он включается после начала движения. Когда мы к нему подходим, мы беремся за неподвижные части. Либо здесь, либо за ручки. Ухватившись за них, мы заходим на тренажер. Поскольку он механический, мы начинаем движение. Движение мы осуществляем без отрыва стопы. То есть мы пятки не отрываем, вот так нельзя. Вот он у нас включился, чтобы осуществить регулировку его по вязкости. Мы нажимаем кнопку голову зеленую. После отчета 3, 2, 1, он полноценно запустился. После этого мы можем осуществлять нагрузку. Нагрузка у нас регулируется путем нажатия стрелочек вверх и вниз и плюс и минус. Выставляем сразу нагрузку на 5. После того, как мы путь замерили, мы берем за рукоятки обязательно и освещаем движение полноценно. Почему за рукоятки мерить? Чтобы плечевой пояс у нас тоже работал. Ясно? В завершение мы просто также беремся за неподвижные части и отходим от тренажера. Да. Без отрыва пяток. Полноценно берем, да, только не вот так вот, не вот так вот не работает. Возьми его. Скажи,
скажи мне, у тебя нагрузка сейчас какая стоит? Ноль, надо увеличить. Пять. Да. Смотрим. И беремся за подвижную часть. Даша, молодец. Первый там выполнен. Приступаем ко второму. Это разминка. Много составная. Знаешь, это была разминка. Мы берем палку. Выполняем. Вперед. Назад. Подвижки присутствуют, да, еще? Ну, да, есть. И еще сильнее. То есть вот эту вот тягу, да, сантиметров 10, 15, 20 я выполняю не за счет сгибания рук, а за счет напряжения спины, сведения лопаток. Угу. Верно? Поэтому раз, и дальше, подтягивая, сгибая руки, я еще сильнее стараюсь сократить мышцы спины. Сократил, я держу, и в обратной последовательности, видишь, я держу спину и подконтрольно растянул ее. Но при этом я не округляю грудную модель, я спину не округляю, спина у нас идеально прямая, даже она всегда. Раз, два, хорошо? Вот, дальше, еще раз, да? Я тебе все нюансы показал, рассказал. То есть мы должны максимальное движение сделать на прямых руках. Сведение лопаток. Без сгибания рук 5 раз. То есть раз, два, лопатками? Да. Я хочу, чтобы ты научилась работать лопатками. Раз. Давай. Делаем 5 раз. Да. И во время этого движения второе правило такое, я говорил, сведение лопаток и плечи вниз. То есть сводим лопатки, плечи вниз, сводим лопатки, плечи вниз. Подними плечи наверх. Вот. Вот такого движения никогда не нужно. Ты должна... А теперь опусти плечи вниз. Максимально. Сведи лопатки, плечи вниз. Самое главное не тянуть за счет сгибания рук. Сначала ставишь, поставил стол, а теперь за шаги поднимаешь. Дальше все. Молодец. На сегодня все. Достаточно. Сегодня хорошо постаралась. Я у меня нарисовалась картина твоего физического состояния, твоих физических возможностей. Вот. Следующий этап это нам с тобой вместе пройти медобследование. Вот. Получить заключение спортивного терапевта, врача. Вот. Сдать анализы крови, сделать ЭКГ под нагрузкой, без нагрузки. Вот. И после этого мы сможем составить более качественный, правильный тренировочный план и как-то медикаментозные рекомендации по состоянию тела получить. Все, на сегодня все, молодец. Красотки, спасибо, что были со мной. Не забудьте мне поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. Данные видеоролики про фитнес, про мои изменения, про все, что происходит в моей фитнес-жизни нынешней, будут выходить по воскресеньям ровно в 19:00. Поэтому ждите, не опаздывайте. Я всех целую, обожаю. Пока.